Здравствуйте, уважаемые телезрители, спортсмены, тренеры, болельщики, все те, кто в эти дни находится в столице Татарстана, где стартовал чемпионат мира. Он уже идет 3 дня, но сегодня будут разыграны первые комплекты наград. Ну и в течение ближайших 6 дней мы будем работать для вас, уважаемые зрители. Мы будем рассказывать о том, как идет чемпионат. Мы будем делать интервью. В общем, мы постараемся сделать все возможное для того, чтобы вы смогли пережить и запомнить те яркие эмоции, которые всегда дарит такое крупное соревнование, как мировое первенство.